Всем привет, с вами Охренион, и сегодня я покажу вам выживание в старом девблоге Rust, 59-й девблог. Очень интересная версия, кстати, подходит даже для самых слабых ПК. Ссылочку на скачивание я оставлю в описании. Выживали на этой версии мы с моим братишкой, он может в нее зайти, и мы немножко в тиме поиграли. Ну а как у нас это выживание прошло и что у нас вообще было, решать, конечно же, вам. Надеюсь, вам понравится. Не забывайте про лайк, подписочку, колокольчик. Ну, в общем, все дела вы сами знаете. Я зашел на сервер, когда мой братец уже играл. То есть он немножко времени провел на этом сервере, отстроил первую кибу. Ну и наша задача была дальше потихонечку фармиться, развиваться. Ну, как обычно, как и в любом другом режиме Раста. У тебя что-нибудь изучено? Бобовка, не бобовка, что-нибудь такое? Бобовка. Изучено. А оружие изучено какое-нибудь? Нет. Я вот сам недавно, только сегодня зашел. Так уже, считай, 3 дня почти прошло, блядь. Свайпа 2, точно. Я сегодня зашел. Только. Я тоже только сегодня зашел, блин. Сейчас нам тяжело будет в плане рецептов. О, чирка. Ха-ха. Тир! Тир! Надо, короче, маленько стрел рубануть, а то что-то стрел-то нету. На бомжей потратил. Да по факту, да, мы бомжи. Я говорю, мы на бомжа потратим. Да мы и сами бомжи. Мы ничем не лучше него, блядь. Конечно, мы можем пойти в пустыню, там челики 100%. Но они с калашами. И, видишь вот эту хату? Вот эту хату видишь? Ну и чё? Здесь живет калашист. Они сейчас, я тебе даже скажу, здесь кто живет. Они сейчас не онлайн. Скажу даже наперед, это не просто там калашисты, а читер. Там реально живет читер. Это мы потом уже в итоге узнали. На фарме мне 50 дерева. Ой, 100. Если хочешь починить томики. Все, я тэпаюсь на хом. Тэпнулся. На тебе дерево. Я сейчас... Ой, блядь, я тебя выписал. Да почему надо друг друга? Ну, потому что не надо это. Вот я сейчас кав скидываю. Все, пойдем. Возьми дальше сразу, можешь быть вам. А пока меня не убили, я быстренько починю их и убегу. Избавил. Увидев этот аирдроп, мы все-таки решили на него сходить. Ну и попытаться его отжать. Ты где? Ты прям возле него? Ну, прям да, я его прям вижу. И туда челик бежит. Какой? Залутанный? ХЗ, я не знаю, но он, да, по-моему, залутанный. Я подбегаю, я не так далеко от Айра. Мне надо его да, увидеть. Кучку. Он залутал? Дай инфу, он залутал? Что я его кидаю? Да! Томик! Томик? Томик. Плюс томик. 0 патронов. А где тип? Я его убил. Красавчик. 80 патронов. Томик и 80 патронов. Нормально, тащи домой. Чё, всё, больше ничего не было в Айре? Пол, я орел долутал без пол. Это я! Нет, другой, пол. Сзади. О, блядь, да, кто? Да. Кто по мне кидает? Кто по мне я кидает? Я не знаю, по мне. Ай, больно, пипец. Отходим, отходим, больно. У меня копчечка. Нам надо выше подняться и завалить этих козлов, блядь. Ну, можно, но я боюсь болт подтягивать.
вместе с Томми. Дал тыку. Их двое. Да ладно, одному в голову 55. Че он в меня стреляет? Какой, вон, меня еще кидает. Ай! Я не вижу его. Пойдем на таран. А, у меня патронов нету. Я ему дал. Я сейчас упаду, Мишка. Дал тыку. Блять, и он мне дал тыку. Я сейчас упаду, подними. Как он так стреляет, алё? Одно хп. Сейчас, подними. А, нет, всё, у меня одно хп. Да как, блин, положите. Здесь калашист. О, блядь, точно калашист. Блин, надо было отходить там. Вот такая получилась не слишком удачная битва за аирдроп. Когда мы очутились дома, оказывается, кто-то шарился у нас под хатой. Как? Где он? Он на улице. Блин. А, вот он. Дал тыку. Как он мне так в голову? Я даже не заметил, где он. Дал тыку, положил. Красава. Убил. Ты? Да. Он в кустах был. Лутай, Томик, быстрее. И после этого мы отправились на фарм. Нам хоть сегодня надо развиться для доу-калашей. Ты найди сперва рецепт, блин. Ты хотя бы РТшки лутай, раз ты не хочешь, блин, нормально еще лутаться. Я на хом тэпаюсь возле нашего дома какой-то тип. Я тоже начал тэпать. Я не знаю, кто это, блин. Он что-то лутает кого-то? Ладно. Сейчас я тэпнусь, покажу ему, как надо лутать. Вижу, лутает камень. Убил. Нихера ты. Голову. О, лут даже чуть-чуть есть. Он человечащину лутал. Я думаю, что он лутает? Я думал, там может где-то что-то есть, а там человечащина просто. Тип какой-то. Дал тыку. Мансер херово. Братан, хватит мансовать. Ты давай умри просто и все. И дела закончатся, да? Да. Ну что ты мне жизнь убил нас? Просто возьми стоп. 400 дерева, спасибо. Молодец. Он либо прямо побежал, либо еще куда-то. Вот это быстро. Вон он. Вон он. Это кто бежит? Ой, в голову положил. Молодец. Да, это кто, калашист тут? Не, он голый. Чувак. Голый, подожди, а где калашист? Где ты здесь калашист? Вообще-то, Миш, у нас почти 400 стали. Ты не угадал. Это кто с лука шмаляет? Это я, тут типок бомж какой-то на меня кидается. До свидания, брат, до свидания. Хотел меня он убить, спасибо за битву. Нам надо главное купить какие-нибудь рецепты. Хотя бы на ревик, хотя бы, блядь. Чтобы не бегать с луком. А лучше, конечно, рецепт на Томик. И с этого момента начинается история с соседом. У нас сосед... Пойди к нашему соседу. Я ему бобовку сейчас кину. Зачем? Он строится, он застраивает, да. Он дом улучшает. Нельзя. Я хотел по дверам пойти. Потому что...
По дверям ты не сможешь, он, блядь, апнет их и все. Ой, а ты про... А, да, это тот, этот наш, кто мы хотели бахнуть. А Бовка бахнет! О, он с Ривиком! Дал тыку! Я у него дома! Я у него дома! Забей его! Блин, он меня убил! Кто-то еще он бежит. Ты видел? Ау. А знаешь, самый чем прикол? Знаешь, какой? Я у него в шкафу отпетывался. Оторвался? Да, я успел. Я сейчас пойду на застройку, ладно? Ну, такой был замок. А, нет, у нас есть вот там. Да. Ты что, падла? Быстрее, офигеть! Тупо чел. Хоть бы он не это, не за... меня из этого... Калашист. Калашист, то и около нашего дома. Дядь, он нас сейчас убьет. Я боюсь. Он Томик, наш... срочно домой приди и Томик сделай. Срочно. Блять! Сука, как меня бесит вот этот экран. О, калашист его убил. Калашист его завалил, но. Он его в дом спустил, нет? Нет. Ну, тебе решать так. Я хочу его с этого загасить. С лука нашего соседа. Я это... Хочу, знаешь, чё? Я хочу его бобовку кинуть. Вот он, выходит. Выходит, вижу его. Дал тыкву 22. Нельзя. Разрушил. Железную дверь. Разрушил эту. Я вон нахуй все посношу. Давай. Я бегу. Сейчас будем вообще ему морду разносить. Ты кидаешь, что ли, эти бобовки? Нет, я еще сейчас бегу. Не понял. О! Откуда бобовки? Я только сейчас бегу, хочу кинуть. Вот я подбегаю. У меня есть бобовка. Кидаем. По две. Дал. Сейчас мы его по этому. Тебе дать кинуть? На бобов кидай. Укачится сейчас. У тебя хоть лук есть? Я сейчас тип. Он какие-то... Он ресы переносит, у него это... Гнёт вся хата. О, мало хп. Там очень мало. О, калашисты, слышишь? Слышу. А, это сама. Опа, стоп, Ревик, по-моему. Он выходит. Выходит, где? Он вышел? А! Ай, спасай, больно. Он втащил. Ай, он меня положил, убивай. Что меня убил? Ну, погоди, поднимешь меня? Пожалуйста. Умоляю, подними. Где он, блядь? Подними меня около дома, Иванов. Подожди, он где? Он убежал.
если я валяюсь, ты меня поднимешь? Я сейчас сдохну. Блин! Пицца куда убежал? Он в сторону нашего дома убежал. Да никуда он не убежал, он вот он. Сука, он стоп топора. О, калашист. Дал тыку еще ему. Калашист убил. И после прихода этого калашиста возле нашей хаты начался просто дурдом. На меня два бомжа напали. Ай-яй-яй-яй. Я сейчас сдохну. Миша, спасай. Ты где? Они вот дома, там дерутся около дома. На меня бомжи напали. О, нифига. Пацан. Одного убил. Я сейчас, конечно, раз эту. Второго убил. Лишь. Что там было? Пойдем к нашему соседу. В гости. А, вон чел. Где? И он сейчас меня походу убивать будет. Он с чем? Дал ему тычку. Он домой зашел. Стоп, еще кто-то стреляет, ты? Иди к нему. Да я с Томиком. Наш. О, да, сейчас просто зажимать. Около двери, да, не зажми. Он с луком. Голый. Он в тебя попал? Да. У него здесь открыто. Офигеть, я домой. Он встал. Молодец. О, Сера, топоры. Красавчик. Вот это задипал. Сера еще здесь. Все забрал. Ты понимаешь, вот я сейчас тебе скажу, у меня стак это металла, не плав. И плюс 1070, ну почти 1800 плав. Плюс 88 НВК. Короче. И тихо. 7000. Плюс 7000. 7000. Пойдем. Можно тэпнуться, слышь? Рейдблока же нет. А, ну, можно. Я просто это мой замок уже. Давай, тэпнуйся домой. После дипа той хаты мы вернулись домой. Но нашествие бомжей так и не прекратилось. Ты кто, блядь? Ты кто, дядя? Че это за дядя? Фёрточка. О, типок какой-то бежит за Утона, по-моему, что ли? Еще два типка бегут. Да, я тебе сейчас это помню. Ух, нихера! Мне сейчас спасай! Чё? Чё такое? Походи на их меня, здесь тяни. Очень... На здесь меня очень... тяни. Очень... Я одного убил. На меня тяни. Стой, стой, стой. Они убегают. Ко мне бежит один. Миша. Да блин. Чё, тебе не атомик скоро сломает? Не трать патроны на бомжей. Та голова. Пойдем, прикроешь меня, пока я буду атомик.
Да, ее чем легко будет бахать, там следующая, как я знаю, деревянная дверь. Все? На тот момент мы понятия не имели, что хозяин этой хаты доставит нам неприятности. И мы с братишкой решили пойти на рейд. Начинай бахать. Я пока посмотрю. Не знаю, будет сказать. Хотя да. Вот цель. Все равно. Да. Да, да, да. Как-то надо вот так кидать. Ой! Не так. Да, я ее забрал. Надо как-то кидать, чтобы она не укатывала. Она укатывается, блин. Значит, будем вот так бах. Блин! А ты вообще рейдер, блин. О, так надо закидывать, она там придамажит. Несколько тык дал, калашист. Пусть никому не достанет. Нюхай беблю, братан. Пока ты лутать будешь, беги туда в воду. Пока он лутать будет, у него он это, кровь человека может сдохнуть. И с лука. Да. Они вдвоем с калашей. Ну, наверное, как уже понятно, рейдеры с нас прям топовые. Калашисты, конечно же, ушли, но на звуки рейда, как всегда, прибегают какие-нибудь бомжики. Я на верхний этаж положу. Дал тыку. Он вообще на меня смотрит. Ай! Я сейчас кровь теплую упаду. Я уплашу. Кашляю. Кого там? Патронов из-за него мало осталось. И пока мы зачищали территорию от бомжей, онлайн зашел хозяин того дома. Видишь, он пишет в чате. Вот и все ящики поломал. Слышишь меня? А, батя, да, батя, это их у меня хата. А, вот он, брат. Положил. В голову. Толку нет, это. Да он бесит. Давай сломаем это. О, он вышел. И он пытается сходить. А, он с Ривиса. Либо это Йока. Это Ривис. Ломай, ломай, ломай. Положил. О, не вводится. О, не лупай. У него болт. А я про чё? Чё его ещё бах? Блядь! Он меня убил. Быстрее выходи из дома. Быстрее из дома выходи. Луком. Луком, блядь. Всё, он побежал лутать.
Нихера. С луком выходи. Этот выстрел сквозь густые кусты, которые не просматриваются, был крайне подозрительный, но я подумал, что это, скорее всего, просто везение. Он сзади тебя! Он сзади тебя! Сзади! Он в дом зашел, где дверь! За дверь иди, за дверь! Там какой-то бомж зашел, либо это он. Вот он, лучник! Ай, по мне! Крыса с болтовки. Стрел есть? Есть. Дай мне маленько. А, под скину. Вот полтовщик. Чё, патроны закончились, да? Ходи. Вон он. Дал 21. Он вышел? Нет, он в окне. Он в топ-сете. Дал ему 51. Он мне в голову зарядил. Это было вообще, как будто он с читами играет. Такой в голову, в голову. О, блядь. Вот, вот как? Вот скажи, как? Ну, как он тебе в голову попал? Лезьте ко мне. Он даже не отрицает, что у него... А, теперь он вышел. Понял. Теперь он сболтал. Иди в баню. Я до сих пор не знаю, забанили ли того типа или нет, но на следующий день просто-напросто нас зарейдили, и я... предпринял решение, что лучше пойти на другой сервак. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Всем удачи!